накричала на них. Так. Всем привет! Вам цветочек пришел. Хочет вам, как говорится, рассказать, как мочить зомби. Мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. И здесь прошла большая обнова. Что-что? Какая такая обнова? Вот такая вот обнова. Добавили, по крайней мере, 10 уровней в Египет. И я не знаю, может быть, куда-то еще добавили. Ну, я более чем уверен, что вот эти 10 уровней, которые добавили, я вряд ли смогу сейчас пройти на том уровне развития, который у меня есть. Да и, может быть, и потом не смогу. Но попробовать-то надо. Что это такое? Play event. Какой-то ивент, ребят, происходит. Странности какие-то. Тоже сыграем сегодня, наверное. Пошли посмотрим. 26 уровень. Сейчас наверняка на меня просто заварят числом зомбарей и прочего-прочего. Мумии какие-то. Смотри, к нам идут мумии. Я ничего не ожидаю от мумий. Ёлки-палки, вы что, издеваетесь? Как это пройти? Так. Уж какой-то реальный, смотрите, там это Анубимисат или как там его называют-то. Гаргантюа. Хорошо, так. Ну, здесь такое огромное количество. Попробовать. Ну, у меня единственная рабочая строта есть, ребят. Это... А где гриб? Это, ребята, вот эти вот засранцы. Вот эти в паре, они более-менее неплохие. Вот. Но я более чем уверен, что здесь я не справлюсь. Хотя, вот что загадывать. Давай попробуем и все. Погоди, не то взял. Во. Вот так попробуем, да? Попробуем, сольемся и отправимся в усвояси. Так это говорится, да? Здесь, конечно, они очень много поналепили. Ладно, мина нам поможет, кстати. Первого, по крайней мере, убить. Ой, 5. Вот здесь. Фига себе, сразу сколько нам идет на голове. Сколько нам, говорю, с конусом, конечно же. Сколько нам на голове. Вау. А я его пробью вообще, такой вопрос? Пробил. Лава яйцам. Ёлки-палки, двое! Да ну, но это не для меня. Это слишком. И, конечно, попробую сейчас еще как-то посопротивляться. Я попробую, но что-то... Как ты... Господи, боже мой, великая волна идет уже. Мама! Спаси меня! Твою налево. Да не, ну, ребята, это жесть вообще. Ты посмотри, что творится, а? Ты посмотри, что творится. Ну, мину я не успел посадить, я понял. 100 рублей от вас. Ведроиды идут. Уже, сейчас. Да я еще поставить ничего не успел. Там есть очень хорошие растения, которые будет сочетаться с дракошами. Ну ладно, ребят, я понял. Я понял, что в этом мире мне как бы нюхать нечего пока что. То есть, пока я что-то интересное не найду, тут, ну, вы понимаете, да, я поставил буквально 2 дракончика и одну капусту, и тут приходят там 2 ведроида и прочая нечисть. Я не представляю, как это пройти. Вот. Ну, возможно, кстати, я рано сдался. Может быть, надо было сейчас отстраиваться побыстрее заново. Вот. Ну не, я понимаю, что это, скорее всего, не для такой, как говорится, стадии развития сделано, поэтому... Save and Exit, или как, что, как нажать-то? Поэтому возвращаемся в главное меню и отправляемся в, по нашим силам, как говорится, уровне. Вон кто-то пишет, я уже прошел Египет. Ты молодец. Ну что, посмотрим. Celebrate, Valentine's, что-то там и так далее, тому подобное. Вот это я эпично начал. Ворвался, так взорвался. Итак, ребята любвеобильные какие-то, у нас тут валентинки рассыпаны везде, нам нужно выжить. Я не знаю, что это за цветы. Без понятия, что они делают. Я понимаю, что это пинатопати. Ага. Нужно добавлять, видимо, да? Там дракон какой-то идет! Мама. А чё, я так понимаю, здесь реально будут только одни вот эти. Там, о, морковь. А чё морковь делает?
Она, по-моему, отбрасывает. А это что за гриб? Фу, а, я помню такой гриб. Черт побери! Динозавр! Магнит! Что он делает? Ноу! Всем любви! Черт побери, что тут происходит? Я вообще ничего не понимаю. Тут какие-то зомби с магнитофонами, ребят. Что они хотят? Они жрут мою морковь! Нет! Видали, видали, морковь, как и я такая. Накричала на них. Вообще дичь. Ой, ад. Магнит. Все-таки что магнит-то делает? Ощущение, как будто все замагнитилось. Что магнит делает? Расскажите, ребят. Они жрут мою морковь. А, смотрите, когда зомбаки играют на гитаре, я не могу их, типа, отбрасывать там, убивать и так далее. А, нет, 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 умирают. А, что сделать-то? Надо защитить всех. Твари жрут. Хватит играть. Что, как успокоить его? Смотри, магнит, это ведро. А, магнит ведро смагнитил с него, прикиньте, я понял. Великая защита. Смагничивает ведра, смотри, с голов. Обезоруживает тем самым. Что происходит? Нет, убивают. Чёрт. О, я победил, что ли? О, вот этих убить я победю. Да ладно, я в пенате никогда... О, реально, смотри, ведра жрет. Классно, я теперь знаю, зачем магнит нужен. Кажется, я победил, да? А магнитофоны можно? Высоси магнитофон из него. Я понял, когда играет магнитофон, все цветы не могут стрелять. Я пенату прошел с первого раза, прикиньте. Это у меня впервые. Я сам в шоке. На! На! Ух ты! О, полторашка! Мало. Ай, прям настроение. А что, зачем мне еще раз играть? А какой смысл еще раз? О! Спасибо за рекламу. Какой смысл-то еще раз играть? Я же ее уже прошел. Чисто так, поржать? Хлопаем, говорит, Витьку за скилл. Ну, если честно, я даже вот не в курсе был, что какой цветок делает. Магнит узнал только в бою, что делает. Морковку я знал, что она толкает как-то. Отталкивает. Вот, вроде бы как. А вот что эти любвеобильные, я вообще без понятия, что делают. Поэтому тут для меня что-то новенькое было. Ладно, пошли в пиратскую бухту. Нам как раз нужно делать квесты для пиратов. Так что... Так... Бейсик пират. Поехали, бейсик пиратов валить. Баттерн Спайксен, everything nice. Офигеть. Вот это он репчик прочитал. Так, опережить выданными растениями. Это я люблю. Люблю, когда растения выдают. Это значит, что здесь рассчитано на то, что я уже смогу справиться. При помощи этих растений. О, вишня. Что вишня делает? Ребят, что вишня делает? Колитесь. Зомбис, камин. Эй, где мои... Где мои деньги? Сейчас посмотрим, что вишня делает. Как она у нас? 5. Не то поставил. Ладно. Орех хотел поставить. Вот давай сюда вишню воткнем. Вот я сейчас, да, всрал 150 денег. В никуда. Эпичненько получилось. Успел. Успел.
И тишина такая, да? Успел, и тишина. Так, можно ускориться, я думаю. В принципе, осталось только... Ой, спасибо за донат, Данилк. 100 рублей от Данил, привет. Витя, как дела? У меня тоже желаю удачи. Плиз музычку спили, это ресистанчик. А, хорошо, все сделаем. В общем, получается, здесь одной кукурузой только воюем. Ой, у меня достижение. Ой, я новый уровень взял, прикиньте, 13-й. Ау. Он пора взрывать. Бум! А, она плюсиком взрывается, да? То есть в этой клетке еще вот так вот. Наверх, вниз, влево, вправо. Я вас понял. О, сожрали, твари. Хватит жрать меня. Я понял, без мины там не пройти. Тун! Ух, хорош вообще, а? А можно ее как-то усилить успеть, эту мину? Такой вопрос на засыпочку. Но она перезаряжается довольно долго. Ну все, в принципе, тут осталось-то только подсобрать их всех. И как жахнуть? 100 рублей от Женек, Терику, привет. Здорово! Как дела? Отлично. Песни Цунами. Интересный факт, у меня брат тоже ведет. Интересный действительно факт. Так, ребят, вот здесь вообще беда. Наверное, вот так надо сделать. Пусть они пока постоят. Покумарят, а мы их будем валить. А, это все уже. Победа. Фух. Нехило она бьет, кстати. А, так, вишенку нельзя усилить, пишут мне. 37 зомби, ребят, прошли только. К сожалению. Ну, еще раз придется этот квест брать. Мы сейчас прям пойдем вперед, вперед, вперед по этим квестам, будем проходить дальше. Или я все-таки прошел квест, я не пойму. Мистери... Что это? Это гриб с маской из пятницы 13-й, что ли? А, нет, все-таки засчитали, смотри, засчитали квест. Оу, мочи пирата! Так, кого усиливаем? Коконат Кэнон. Я ее даже не открыл еще. О, вот это серьезно. Ой, много надо. Все. И новенькая. А, игра начала нам вот этих даже засчитывать, да? Ну, поехали дальше засчитывать вот этих. Мне не нравится. Что, опять этот же уровень? А, нет, другой. Ну-ка, грибочек, а как ему... О, масочка. Хорош. Сейчас, мы тут намаскуем им, тут намансуем. Это... Да и это, в принципе, а что тут еще брать-то нечего. Let's rock! Реально, смотри, маленький такой растет. Вырастет, большая будет. Харя в маске. Так, Витя, ты слышишь? Нет, я глухой. Странный вопрос от тебя. Zombies are coming. Витя, теперь гриб может пугать зомби, но это не точно. И даже я тебе скажу, что это точно не точно. Ну, как-то так, да. Это точно не точно. Бум! Motherfucker. Ну, я не мог этого не сказать. Так. Как-то вот так хитрожопо давайте делать. Тишина. Расслабление.
грибы растут потихонечку. В принципе, мы тут засаду устраиваем. Надо вот над... Надо водой поставить кукурузу. А смотри, реально топит. Реально, смотрите, он замерз и растопило его. Мне просто говорили, что вот эти вот пушки, они как бы топят лед. Тот, кто замерз, он растапливается. Я не верил. Но, видимо, зря. Да, это действительно так. Но факелы, вроде как говорят, не поджигают. О, вот это неждан сейчас будет. Стоять. А, стоять, говорю. Черт, там невозможно заморозить. Ладно, они помогли. Они же и помогли. Так, это сюда. Сейчас все будет, ребят. Сейчас все сделаем. Потихонечку сейчас все отрастим. Я даже не знаю, что поставить. Как тут организоваться-то вообще? Давай вот так, наверное. Ключевый его в зомбиз. О, давай, мочи, мочи их там. Хорош. Утопили, утопили пирата. Давай-ка. Наверное, как-то так. Надо упор делать вот на эти вещи, да, поэтому... Вот здесь вот сейчас накидаем побольше жгунов. Вот, а там, мне кажется, особо не надо жечь. Там именно надо останавливать и потихонечку их валить. Там нет смысла их жечь. А вот здесь надо жечь. Пикова знает. Вот как-то вот так. Вот здесь можно еще, кстати, поменять на дракона все-таки. Вот так, вот так вот. Нормально, нормально. Я думаю, пройдем, давай ускорять. Так, Джейсон Вурхис стал грибом. Да, 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 да. Именно. Все верно, хорошая шутка. Витя, ты страшный, я скажу маме, чтобы она тебя забанила. Отлично, хорошо. Видите, люди до сих пор ходят, маме жалуются. Ох, где мои эти годы-то, а? Сладкое время было, да, можно пойти маме было пожаловаться. Мама, мама, у меня брат-то щекотит. Так, просто проходи уровни поочередно, квесты и так будут засчитываться. Думаешь? Уверен? Ну, я и так их поочередно прохожу, так что... По-моему, нет. По-моему, ты меня банишь, потому что у меня раньше висели эти квесты, и нифига, если я не шел через квест, то он нифига не засчитывался. Хотя, может быть, я что-то не так делал. Что угодно, может быть. Зомби, говорит, без голов прилетают. Ну, это же зомби. Они могут... О, что такое? Какая-то подушка-колючка, что ли? Типа, наступи на меня и сделаю тебе ац-ац-ац. Так ее же сожрут, если будут наступать. А? Так, что-то квест не сделался, да? Но это вот, видите, свож баклер. Это, видимо, с ведрами на голове надо уничтожить. Их меньше, конечно же, чем обычных зомбаков. А еще гаргантюа. Гаргантюа, насколько я знаю, это огроменные, которых я вот первый раз, когда увидел, за боссов принял. На самом деле, это они не боссы. Прикиньте. Так, давай посмотрим, что это такое хоть. Где тут? Альманах или как он называется? Покажите мне. Ой, что-то переделали. Как-то не так было. Вот она. Спайквид. Шипа... Как это называется? Шипокорень. Шипокорень. Ария, эрия, тайтл. На одну точку, на которую он растет. Дамаг нормал. Вот так. Стос, так. Уничтожает одного катящегося зомби. И ранит любого зомби, который на нее наступает. Специалка. Can't be eaten. А, не может быть съедено зомбями. Слабость. Уничтожается катящимися зомби. О как. Я этих катящихся зомби еще не видел, а уже умею их уничтожать. Прикольно. Так, ладно. Что такое? А, какие-то запасы у меня тут. Пауэрапов.
Колючки не едят. Я понял, я это прочитал. Так, и что тут? О, тут скоро босс будет. Или это здесь Гаргантюа как раз будет сидеть, наверное, да? Ой, тройной пишутер. Прикольно. Это, видимо, мега вот эта колючка, которую я достал, да? Это такая зелененькая, а то бронированная стальная колючка. Так, ну вы говорите, что квесты будут засчитываться. Ну мы проверим. Давай проверим. Наверняка тут будет ведроголовые. А, вот действительно, смотри, катящиеся зомби. Видимо, нам придется взять вот эту штуку. А как нам открыть вот этот замочек, кстати? А, рент? Что значит? Арендовать? Это на один бой, типа, да? А это что такое? 75 рублей заплатить? Иди ты в задницу, деньги ему еще давать. И-и-и, какой ты, а? Нечестно. Ну и ладно. Так, добывать будем с грибов. Дальше. В принципе, я думаю, то же самое сделать, только нам нужно с вами будет взять колючку. Колючку и менючку. Менючка-тибючка. Ну, вместо заморозки взяли колючку, я думаю. Заморозка все равно нам не нужна была на прошлой карте. Let's rock! А колючку можно на мосту сажать? Такой вопрос. Нет, не арендуй, ты его получишь. А, потом я его получу. Интересно. Хлеба и зрелищ, кто-то пишет. Не, на мосту я, походу, не могу ничего сажать. К сожалению. Грибы растите. Растите, мои грибочки, урхизы. Врхочки. Грибочки в урхочке. Вау, какая шутка прямоничивая. Попробуй подсолнухи пыжи. Да ладно, что-то у них хорошего есть в этих подсолнухах. Ой, а что я про колючку-то забыл, да? А он, если поедет, он всех продавит, да? О, не, колючку можно посадить. Все нормально, колючка на мосту садится. Тогда пройдем. Ну-ка. Ну, реально колет потихоньку. А что, если просто колючками здесь все услать? Прикольно будет. Или не прикольно? По крайней мере, перед орехом, что вот колючку поставил, она будет хреначить по полной программе. Простите за мой французский, но это эпично. Мура, огласи, кстати, текущую цену за твою совместную игру с подписчиками. А то обсуждение в ВК, походу, закрыто. Или эта тема тоже отныне закрыта? Ну, знаешь, у меня вообще катастрофически не хватает времени, поэтому я не могу уделять кому-то персонально время, я лучше уделю его семье. Вот так я тебе об этом скажу. Если когда-нибудь в каком-то далеком, отдаленном будущем вдруг у меня все-таки время будет появляться свободное. Оп, эпично, да, чайка прям. Вот, так, тогда, возможно, это дело все возобновится, но пока... Пока нет. Так, ну я думаю, можно тут застилать. Да я думаю, так же все сделаем. Здесь сейчас дракончиков. Да здесь вообще можно все дракончиками делать. И не париться больше. О, бочка пошла. Смотри на нее. А ее можно издалека убить? Или она неубиваемая? Мне очень интересно. Первый раз вижу бочку. Они, смотри, по ней попадают. О, что это такое? А тут кто вышел? Фига себе, так кто-то вылез из нее. Это слишком эпично для меня. Так, бычканы идут. Фу. А я сразу восстанавливаю, да, типа? А если шип усилить, ну-ка. О, по всей линии, смотрите, это какой тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук устроил он всем. Ну, я просто эксперимент сделал. Мне было интересно, что это будет. Конечно, не было необходимости в этом. А, кто-то там идет. Ну, в принципе, опять прошли.
Сейчас тут пару дракончиков осталось поставить. И следить, чтобы вот эти штуки мне не раздавили. Ну, пока все легко. Пока все легко. О, тут можно же еще больше колючек поставить. Что же я туплю? Они же на мосту ставятся. Их съесть нельзя. Эпично, эпично. Вообще эпик. Уху! Хорош. А, вот эти летающие колючками не долбятся, да? Ого! Ого! А морда просто идет. Что-то дойти не смогли все равно. А вот так, если. Слушай, надо было действительно раньше это сделать. Тогда бы они все просто в воду такие. Оп! А, все, прошли уже. Быстро и непринужденно. Победа, видите, когда на одной линии много зомби-листьев на колючку и будет эпик. Да, я только что заметил. Да, я попробовал. Я не знал об этом, но я попробовал, я теперь знаю, что она делает. Квест комплит. Да, работает завершение квестов, ребят. Спасибо человеку, что подсказал. Прошу прощения, что это такое? Посмотри, это карта. Карта к сокровищам. Она говорит, нет зомби. А карты не врут. О, ну ладно, бери лопату. Лу-лу-лу. Что это значит? Это значит, что мы сейчас увидим рекламу. Не понял. Какой-то... Я ничего не жал, у меня какой-то новый квест. Или вот событие какое-то. Так, здорово, капитан. Твое плавательное судно, типа, горит недостаточного размера. И все. Че теперь горит? Не знаю, че. D8? А я же вроде не переключался на D8. Мне даже квест только что сказали, что я комплит сделал. Ну давай попробуем. Пережить массивную атаку пиратов. Survive without any lawn monster movers. Что такое lawn movers? А, без газонокосилок. Ох. И тут, как обычно... Гаргантюа с акулой, прикиньте. Мне даже цветы не дали. А, я понял вас. Я его так убью хотя бы. Еще я его тут шипами-то зашиплячу. Немножко так некрасиво получилось, ну ладно. Шипами, говорит, зашиплять. Только Витя мог такое сказать. Так, надо поднабрать цветочков, сейчас будем расставлять их. О, мина! Мина, это хорошо. Мины копи на босса. А чё, чайка летит на это? Не там, где обычно, скажем так. Упала головой, обрубилась. Типа так, наверное, да? Ага. Блин, а где же орехи? Мне нужно больше орехов. Нужно больше орехов, богу орехов. Так, мне кажется, надо добавить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что я здесь орех поставил, а? Мне кажется, вот здесь тоже надо орех ставить уже. О! Цветочек. Хорошо встал такой. Пятки щекотит ему. Ой-ой-ой. А, не, пока не буду ставить. Так, катят бочку на меня. О! Так, что-то идет, что-то большое идет, ребят. Thank you.
мины там не поставить. А, все понятно. О, идет! Волна, гаси! Так, ладно, что ты сделал? 100 рублей от Рояль Донатера, вот и я, вид, не забыл ли меня? Давненько не доначил я тебе, музыкам умеет роль сос-матрос. Тихо-тихо-тихо, чё? Он растоптал, что ли, мою эту колючку? Нельзя колючку топтать. Спасибо за донат. Гаси! Угу! Всем на лицо накидал. Извините, вырвалось. Всем на лицо накидал. Бум! Что он делает, а? Еще гаси! Уху! Еще! Уху! Снова! Иху! Классно, а? Вот это эпик. И еще один идет. Черт! Е! Готов! Один готов! Вот, а! Он реально их убивает! Сверху еще идет! Мама! Убивай! Слушайте, надо их подпустить поближе и вот этого апнуть. Он сейчас им всем прожарит. Прожарку устроит. Хе-хе-хе, нормально, нормально, нормально. Хе-хе-хе, такие встали, встали и ждут. Ну давай, ладно, устроим задницу. Вау! Один готов. Второй готов. Атас. Новые достижения. Вау, 2500 ярмастеры. Да я знаю, что дракону бафать надо. Так, у нас 2 гаргантюа осталось пройти. Ну, походу, можно вот этот же квест пройти. Еще раз. Powers Snow. Погоди, погоди, нам надо вскрыть маленького зомби. Tap to open. Уху. 50 денег. Колючку ап. Бэтмен, спасибо. Вот, мега колючка. Бэтмен, привет, мега, Витя, мега это колючка. Снова я. А бонус будет? Ага, сейчас. Конечно. Так, но нам за час нужно с вами еще 2 гаргантюа убить. Но они наверняка где-то дальше будут. Continue. Хороший комментарий. Витя накидывает зомби маслица на лицо без регистрации и смс. О да, пошляк мой молодой. О да. Что это такое? Ага. Когда раскапываешь, больше солнца приходит. А, вот, вот, экстра слот. То есть сюда мы, если дойдем, да, у нас появится лишний слот. Я вас понял. Я вас понял. О, это не кисло. Не кисни, на радуге зависни. Что, 9 уровень? Давайте пойдем 9 уровень попробуем почистим. Вдруг там тоже гаргантюа будут. Нету. Нету. Жалко. У пчелки. Попки. Знаете, мне кажется, было бы правильным, если бы цветы прокачивались от того, что ты ими сражаешься. А не от того, что там что-то как-то где-то надо купить и прокачать. Так, ну я знаю, но удобрения обычно вначале не дают. Хотя вот сейчас в первых уровнях давало. Я тупил, не тратил. Да, согласен с тобой. Ну что, наверное, такую же компоновочку возьмем. Let's rock. Единственное, что здесь драконов, наверное, надо будет только вот здесь ставить. А здесь только замазывать будем этими... глиной. Глиной будем замазывать. Галиной Ивановной.
Эй, говорит зомбак. Эй, давайте ускорим. Так, ну, давай где-то так, да. Здесь будет ряд орехов, здесь будет 6 драконов. Как-то так. Здесь будет кукуруза, как обычно. Бум! Блин, так они взрываются эпично. Так, надо, наверное, кукурузу уже начинать ставить над водой. А то кто-нибудь, что-нибудь, как-нибудь. Ой, надо было сюда поставить. Ну ладно, мы этого и так прожжем. Он слабенький. Так, а вот сейчас уже надо ставить огурец. Огурец, что его огурцом назвал? Конечно же, это не огурец. О, здесь наша уже линия готова. Только шипики осталось там воткнуть. Тихо. Накидывай ему масло на лицо. О, хорош. Молодцы, хорошо сработали. Упс. Зря. Так. Отлично. Отлично, ребята. Huge wave of zombies. Погодите, я еще не готов. О, что там за попугай прилетел? О, орех упер. Прикинь, орех, мой орех. Попугай пришел, орех упер. А как его, можно как-то убить, этого попугая сраного? И вы видали, как он эпично сделал? Вообще молоток. Находчивый какой попугай. Как попугаю можно такой орех огромный нести? Что за дичь? В принципе, у меня места остались только под шипы. Да и уровень скоро кончится, мне кажется. Эй, такие, идут такие. Танцпол, чуваки. Искрятся все аж. Все, я заполнил всю карту. Дайте мне ачивку. Тут что-то это пробоина какая-то возникла в нашем корабле. Так, а давай вот здесь стальное яйцо сделаем, потому что там они сильно слишком понадкусывали наш орех. И здесь тоже. Там основная у нас просто толчья идет. Хотя я тупанул, наверное, надо было просто дракона сейчас усилить один раз и все. И не париться. А, вот. Вот. Все. Это Вин. Ой, что это такое? Зеленый Боб? Копи алмазы на кактус. Он сам наводящийся. Что за кактус? Спринг Бин. Как его? Весенний Боб. Смотри, сталкивают зомбарей назад в ближайшую воду. Вот так вот. Погоди, дайте почитать. Я хочу изучить его. Может быть, это крутая штука. А, пишут, что в попугая надо маслом попадать. Я тебя понял. Так, ты кто такой? Толкает зомбаков назад в воду. После весны засыпает. Get sleepy after spring. Становится сонным, точнее говоря, после... А, spring! Spring — это пружина, а не весна. Ребята, пружинищий Боб. Конечно же, это пружинищий Боб. В общем, он засыпает после спружинивания. Ну, поле делается сонным. То есть, получается, какая-то перезарядка у него большая или что? Непонятно. Пока не попробуешь, не поймешь. Возможно, это круто, возможно, нет. Ну, применим, сейчас увидим, попробуем, пощупаем. Так, что там рекомендует какой-то купить здесь? Наверное, где-то здесь, да, зал? А, это алмазы купить, погоди, где цветы покупают? Так, какой-то шринквай, это оно?
Что мне рекомендовали купить? Я что-то пропустил. Здесь все за деньги, за деньги, за деньги. А вот еще, смотри. А вот. Вот эту вот, да, надо купить? Самонаводящаяся какая-то тестикула. Лава Гуава. О, Лава Гуава. Кстати, мы в Happy Wheels играли, там такая была штука. Ты предлагаешь вот на эту штуку накопить, да? Хоминг Тистол. Хорошо, я тебя понял. Какая-то самонаводящаяся фигня. То есть она вообще, то есть, стреляет из левой нижней части карты в правую верхнюю. Прикольно. А вот это что такое? Шинкин Вайлет. Уменьшает зомбарей и делает их слабее. О, интересная штука какая. Ладно. Я думаю, как бы серию на этом можно закончить. Прилично прошли, поэкспериментировали. И вообще, прикольно все получается. Нам теперь рассказали, куда нужно будет потратить наши джемы. Можно, в принципе, насмотреть реклам на бесплатные джемы. Много реклам придется посмотреть. Вот. Ну, а пока, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Не забывайте делиться этим видео с друзьями. Добавлять плейлисты. Смотрите в описании, там есть ссылочка на плейлист. И ссылочка на... Ссылочка на ссылочку. В общем, на все игры, в которые я играл. Смотреть, может, что-нибудь найдете для себя. Ну, а пока. Пока.